Здравствуйте, с вами интернет-магазин kado.ru. Покупайте лучше, про остальное забудьте. В этом видео мы хотим рассказать про австрийские скреперы фирмы Jochen Offner, или просто Offner. Валера, расскажи, пожалуйста, про эти скреперы в общих чертах, что они себя представляют и чем они вообще хороши. Ну, хочется ответить на некоторые часто задаваемые вопросы. Это, во-первых, толщина пластика. Пластик толщиной 4 мм. Пластик специально сделан для того, чтобы выдерживать достаточно низкие температуры. То есть температура до минус 20 градусов, у вас ничего не потрескивается. Это касается не только скреперов, но и пластиковых лопат. И это производство австрийское. Австрийское производство славится, в общем-то, и качеством, и долговечностью службы. Вот в данный момент я держу в руках скрепер весом около чуть более 4 килограмм. Это небольшой скрепер, верно? То есть вот этот скрепер большой, это у нас малый, так называемый. Да, это малый скрепер, и этот скрепер может использоваться для небольших каких-то узких дорожек и так далее. У скрепера есть оцинкованная часть, которая не позволяет повреждаться пластику и служит для долговечности вашего инструмента. Ребра жесткости. Здесь нужно сказать отдельно, это сделано как такие саночки. Скрепер не служит для того, чтобы откидывать снег, это не лопата. То есть вы спокойно ведете по вашей, допустим, дорожке, ну или там по тому месту, где вы хотите очистить от снега. И вот это все позволяет вам совершенно легко скользить без усилий. И вес скрепера здесь не имеет никакого значения. Он скользит по снегу, здесь полированная поверхность. Присутствуют ребра жесткости, которые не позволят вашему скреперу гнуться или сломаться, учитывая толщину пластика. Ручки выполнены из стали. Очень жесткое крепление. Также здесь мы видим дополнительные ребра жесткости, которые, опять же, позволяют нам работать с самым тяжелым снегом и не сломать наш инструмент. То есть вот... Сколько тебе вес? Вес у меня... Он вообще не гнется. Да, то есть он вообще не сгибается. То есть это такой вот небольшой компактный скрепер, который действительно на небольшие такие узкие дорожки, да, ну, можно сказать, что это садовые дорожки, на небольшие такие площади он используется в основном для транспортирования снега, верно? Мы им как бы снег не откидываем, да, мы в основном его подцепили, да, взяли и как на санках его отволокли туда, куда нам нужно. Транспортировка снега, то есть как вперед и... Можно назад. Откинуть так и назад. Да. Хороший, мощный, крепкий, толстый пластик, снег. Везде ребра жесткости. И здесь. Вот все усилено специальными такими пластиковыми усилениями, так сказать. Ну, это был малый скрепер. Да, и сам сейчас хит. Сейчас мы покажем, да. Большой скрепер. Это новый скрепер у компании Offner. Сколько здесь толщина пластика? Это очень важно, потому что это как раз говорит о долговечности скрепера. Толщина пластика 4 мм, но... Здесь есть специальное усиление, да, как я понял? Да, вот здесь специальное усиление 8 мм. Толщина 8 мм вот этих усиленных частей. Также здесь есть кант оцинкованный, металлический, для защиты вот режущей вот этой кромки. Тут усиление, да, я смотрю?
усиление, дополнительные ребра жесткости. И также, поскольку скрепер этот крупнее, чем предыдущий, здесь есть дополнительные еще такие салазочки, как у санок, для удобства и для легкости движения. Валера, расскажи, что здесь вот по-другому немножко сделано крепление ручек, ручки металлической, да, и самого корыта. Вот как я вижу, что ручка, она проходит практически до конца. До конца идут уже такие здесь вот скрепленные болтами. Совершенно верно. Ручка проходит до конца. То есть это дает какую-то жесткость. Да, для более жесткой конструкции. Да. И прикреплена болтами. Вес этого скрепера составляет 6 килограмм. Да, 6 200 килограмм. Но опять же, то, о чем мы говорили, вес для скрепера значения не имеет, так как наоборот, чем тяжелее скрепер, тем проще с ним работать. Вы его спокойно положили и движетесь, и режете им как ножом снег, сугробы, все что угодно. И откидываете. Для откидывания, более удобного откидывания снега, здесь есть даже вот такие полозья дополнительные. Для того, чтобы удобнее наклонить и отбросить снег. А вот по росту пользователя, давай попробуем. Вот у меня 1,90 м. Вот если я сейчас с ним встану. Вот. Вот где-то вот я встаю ровно. Да? Да, это удобно. Даже руки у меня немножко согнуты. То есть вот это рабочее состояние. То есть мы взяли снег и потом уже его оттащили туда, куда нам нужно. То есть у меня 1,90 м, то есть для высокого человека оно сойдет. И для такого, как Валера. Низкорослого 1,72 м, тоже для меня это очень комфортное. Ты здесь можешь согнуть руки. Комфортное абсолютно положение. То есть я делаю движение вперед, забираю снег и спокойно его транспортирую, либо откидываю. То есть для меня это удобно. Да, здесь на том и другом скрепере есть клеймо, стоит Йохан Офнер вот с этой стороны. Покажем покрупнее. Да, и на том, и на этом скрепере. То есть это говорит о том, что это скрепер подлинный. И тот, кто разбирается, кто-то знает, знает, что действительно именно австрийские скреперы, они одни из лучших вообще на рынке. Отечественные вот. Производители скреперов даже, да. Производители признают, да. Признают, что австрийские скреперы лучшие в мире. Поэтому покупайте австрийские скреперы, удобные, хорошие, долговечные. Один раз вы покупаете скрепер, больше вы, собственно, об этом не думаете. Да, и хочу еще пару слов сказать о том, что фирма Офнер находится в городе Вольсберг. Город Вольсберг – это столица горнолыжных курортов Австрии. И снега там достаточно. Это к вопросу о том, что вот задают вопросы, а что, в Австрии снег есть? Да, откуда в Австрии снег? Да? Да, снегу там столько, что в Москве вообще даже не снилось. Что нужны вот такие скрейперы. Да. И что касается именно компании-производителя Офнер, Йохан Офнер – это градообразующее предприятие. То есть это огромная компания, которая дает работу целому городу. И улица названа в честь Йохана Офнера. И площадь. Улица, площадь, стоит памятник Йохану Офнеру, основателю, так сказать, компании. И человек, который вкладывался, да, в этот город. В развитие, да. Во все это. Да. Центральный торговый центр – это Офнер Плаза. Да. Вот это то, что нужно знать, когда вы покупаете хороший инструмент для работы. Вы знаете, что вы обращаетесь к лучшим производителям из Европы. Компания Офнер. Скрэперы. Да, можно подрезюмировать, что данные скреперы обладают очень хорошими такими мощными характеристиками. Это как толщина пластика 4 мм, мощными ручками, стальными ручками,
направляющие, да, ребрами жесткости. То есть это хороший, мощный скрепер, который прослужит долго. То есть вы один раз купили и пользуетесь в течение многих лет этими скреперами. То есть это очень хорошее вложение ваших денег. Поэтому приходите в наш интернет-магазин, заказывайте через корзину, звоните нашим менеджерам. У нас доставка по всей России фирмы СДЭК, либо Почты России. Также у нас есть наложенный платеж и оплата картой на сайте. Мы являемся, фирма Кадо, интернет-магазин Кадо, являемся эксклюзивными представителями этой компании на российском рынке. Так что покупайте лучше, а про остальное забудьте.